Приветствую вас на своем канале. У меня в руках телефон хороший Huawei P40 Lite. И хочу показать одну функцию, как включить. Это запись разговоров. Так, о телефоне нажимаем. И вот, видимо, да, что написано Huawei P40 Lite. В принципе, данную функцию можно подключать на все, я так понимаю, Huawei, если нету при покупке данной функции. В принципе, данная функция, возможно, и не всем нужна, но если кому нужна, то я вам расскажу, как ее подключить. Под видео в описании будет файлик один, который нужно будет скачать. Я его уже скачал и буду делать установку. Ну, установлю и покажу, как оно, что работает. Все отлично записывает, все разговоры без проблем. Так, загрузки нажимаю. Вот наш файлик будет. Вот Call Recording. Да, Call Recording. 10-я версия. Нажимаем. Делаем установку обыкновенную. Вот даже написано на ней вот запись разговоров. Есть стандартные приложения, которые можно скачать с Play Market, там такие, но они не будут работать в автоматическом режиме. Если будут работать в автоматическом режиме, то не всегда. А вот это приложение, оно то ли родное, я точно не знаю, но факт в том, что это приложение будет работать без проблем. Запишет ваш любой разговор, реально любой разговор. Потому что я испробовал многие приложения. Вот это приложение вас не подведет. Короче, сделали мы установку. Так, наверное, я заговорился. Ладно, попробую еще раз. Посмотрим. Вот, нажимаем «Установить». Вот видите, как у нас уже установлено. Нажимаем «Готово». Дальше все закрываем. Можно просто на центральную кнопочку нажать. Дальше идем мы в эту трубочку зеленую. Дальше нажимаем сюда на троеточие. Настройки будут. Нажимаем настройки. И у вас появится меню. Автоматическая запись вызовов. Она у меня включена. А у вас будет отключена. Здесь надо будет вам просто галочку. Вот так вот у меня будет отключена. У вас, вернее, будет так вот отключена. Вам нужно будет вот так вот галочку поставить. И это еще не все. Вот функция у нас включена. Делаем выключение телефона самого. Нажимаем кнопочку выключения. Можно нажать перезагрузку. Он полностью перезагрузится. И после уже перезагрузки данное приложение будет у вас записывать все разговоры в автоматическом режиме. Подождем, это все произойдет быстро. Возможно, при создании видео сделаю перемоточку. Посмотрю, сколько оно там займет на это все времени. Потому что не во всех Huawei устанавливаются даже приложения с Play Market для записи разговоров. Кто-то начнет задавать вопросы, зачем оно надо. Может, кому и не надо. Мне лично надо. Мне вот бывают очень важные звонки. Даже бывает, я разговариваю по телефону, что-то мне сказали, там, например, много чего. Я что-то там призабыл. Взял, прослушал запись. И все будет храниться без проблем. Все, сейчас данная функция, она у нас будет работать. Сейчас проверяем. Вот нажимаем сейчас на МТС 0890. Вот если слышно, да? Приветствие пошло виртуального консультанта. Скажите, пожалуйста, по какому вопросу вы к нам обращаетесь? И вот она уже должна, сам этот телефон должен слышать мой разговор. Ну, виртуальный консультант. Вы желаете перевести деньги с номера, с которого звоните? Видите? Нет, виртуальный консультант, короче, запарился и начал мне выдавать какую-то непонятную информацию. Все, разговор типа записан, сейчас мы проверим. Заходим в файловый менеджер. Можно вот в аудио поискать, но мне проще здесь. Я уже знаю, как это папка. Там, кстати, создаться папка. Вот Sound папка автоматически создается при установке приложения.
И вот. Вот наш разговор, вот мой номер, который я звонил. Это уже старая просто моя звонилка осталась. И вот, слушаем. Вас приветствует виртуальный консультант компании «Мобильная телесистема». Все разговоры записываются. Скажите, пожалуйста, по какому вопросу вы к нам обращаетесь? И вот она уже должна, сам этот телефон должен слышать мой разговор. Вот видите, все записывается, все идеально. Желаете перевести вот, деньги с номера, с которого звоните? Из звонящего слышно хорошо. Ну, короче, все отлично работает. Так, только нужно все отключить. И можно также удалить без проблем, если вам больше запись не нужна. Короче, вот такой темой я поделился. Если кому понравилось, а если, возможно, еще и нужно, поставьте обязательно лайк. И подписывайтесь на канал. На моем канале для таких телефончиков есть много интересных тем, таких как связанная с Гуглом. Видите, у меня стоит на данном телефоне приложение Play Market, YouTube. И как это все установить, тоже есть на моем канале. Если кому интересно, заходите, смотрите, устанавливайте. Опять напоминаю, что я это все дело проделаю с телефоном Huawei P40 Lite. И, кстати, покажу, какая у меня стоит прошивка. Потому что многие потом задают вопросы, какая у тебя прошивка и почему у тебя стоит Play Market и все гугловские приложения. Вот какая у меня прошивка на данный момент стоит. 375. После обновления ничего не слетает, все работает ровно, идеально. Можно сказать, даже прекрасно. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.